Добрый день, дорогие друзья! Категорически вас всех приветствую! Достаточно часто возникает вопрос у игроков, играющих в Arrow of Legend, как же поднять свой БМ? Ответ, конечно же, всегда приходит банальный в голову один. Закидываешь денег в игру, и у тебя БМ сразу же растет, и ты становишься супер-пупер нагибатором, и выигрываешь везде и всюду, забирая лучший шмот, лут, и просто нагибая всех. Но это немножечко не так, ведь, во-первых, не все у нас способны закидывать тонны денег в игру, и поэтому сегодняшнее видео я хотел бы пояснить и рассказать всем игрокам, каким образом и наиболее эффективно можно поднимать свой БМ, минимально вкладывая в игру. Надеюсь, такая тема будет актуальна. Если у вас будут свои какие-то предложения по этому вопросу, то обязательно напишите об этом в комментарии. Мы с удовольствием все обсудим и придем к какому-то одному большому знаменателю. Итак, начнем, наверное, с самого банального. Какие вообще необходимо внести платы для наиболее комфортной игры на старте сервера, либо же просто начав в нее играть. Во-первых, при вашей первой транзакции в игру вам обязательно подарят, если вы заловите эту акцию на старте своего персонажа, вам дадут пушку на 30 уровень, вам дадут маунта, вам дадут рун, само собой, пачечку и, самое главное, 20-слотовую сумку. Это must-have-ная вещь для старта. Поверьте, можете совершить минимальный платеж, стоит он 75 рублей, но вот эта вот 20-слотовая сумка на старте вас очень сильно порадует. Поэтому, если вы все-таки имеете какие-то рубли, то их можно смело закинуть. Дальше. А вот дальше идет уже более вариативный донат, который можно делать, а можно не делать. Но я бы вам советовал его все-таки сделать, потому что без него, к сожалению, очень плохо становится играть. А это месячная карточка. Стоит она всего лишь 350 рублей или плюс-минус. И за счет покупки этого предмета вам будут давать 100 тысяч серебра ежедневно плюс 1000 золота. Итого, большой достаточно плюс. Серебро нам необходимо будет по ходу игры для прокачки наших обычных камней, ну а золото всегда нужно для покупки чего-то либо на аукционе. Но месячная карточка — это уже не обязательная вещь и покупается по вашему выбору. Я, честно говоря, купил и не сожалею. Это помогает мне хотя бы не отставать по БМу от больших-больших донатеров. Итак, это что касается базовых донатов, которые можно включить в игру, но не обязательно. Все понятно, а теперь давайте уже пойдем по банальным вещам, на что влияет наш БМ и как его поднимать. Первое, это самое банальное, это наш шмот. Шмот в настоящий момент добывается из нескольких ресурсов. Первое, это подземелье. Наши любимые подземелья, ходим, конечно же, в максимальное подземелье, доступное для нас. Выбираем его по уровню, проходим его дважды. Два раза в обычное и два раза в элитное. Оттуда получаем шмот, собираем его, качаемся. Все замечательно. Это надо сделать, по крайней мере, дважды в обычное, дважды в элитку, обязательно каждый день. Это не только нам поднимает наш гирскор, но также апает нашу активность. Это замечательно. Дальше. Вторая активность, которая обязательно нужна нам ежедневно, это похождение на вторжение боссов. Вот, они сейчас здесь у нас, к сожалению, не отображаются, но можно их вот тут вот найти, вот в этой вот табличечке замечательной. Вот, Elite Invasion, оно всегда примерно в одно время идет, трижды, по-моему, если мне память не изменяет, в день. Что, в чем заключается этот ивент? На максимальную карту, которую у вас имеет здесь, то есть выбираем максимальную карту, доступную для нас, то есть в данный момент это для меня 35-42, на эту карту мы заходим в нужное время, когда у нас появляется окошечко, и ищем замечательных людей, которые убивают этих боссов. Собираемся в группу из 10 человек и убиваем боссов 5 раз. За каждое убийство мы получаем лут, в котором есть вероятность получить реагенты для крафта или же шмоточку по уровню локации. Это нам неплохо позволяет собирать какие-то дополнительные луты, которые нам необходимы. Замечательно. Отфармили боссов. Все хорошо. Дальше переходим к крафту. Крафт у нас имеется двух вещей.
точнее двух подразделений. Первое — это банальные наши крафтовые вещи, которые мы сами можем крафтить для себя. Каждая профессия крафтит определенные предметы, поэтому частично мы можем сами что-то скрафтить, частично что-то купить на аукционе. Достаточно хороший метод для того, чтобы понять. Но не забывайте то, что при крафте у нас есть шанс, если мы будем использовать все предметы, необходимые для крафта, то есть синий и фиолетовый, у нас будет 10% шанс получить на супер эпик. Классная вещь, но, честно говоря, мне еще ни разу не выпадал. Дальше. Последние три предмета, которые можно скрафтить, это есть у нас дополнительно в гильдии, поэтому вам надо будет обязательно заходить в гильдию, в гильдмейт. Вот эти вот три предмета нижние, они крафтятся только в гильдейском магазине, поэтому это одна из тех вещей, куда вы можете тратить постоянно гильд фейм. Ну и не забывайте то, что с каждым разом вам надо будет менять этот предмет, потому что на 42-м, на 4-м и на 7-м левеле предметы меняются. Все замечательно. Убили мы всех этих ребят, переходим мы к следующему моменту. Если мы играем с нашей гильдией, и у нас есть гильдейские боссы. Это тоже достаточно важная вещь, для чего, в принципе, нам нужна гильдия. У нас есть три подземелья, в каждом подземелье есть по 7 боссов. Еженедельно нам выдается 10 попыток на убийство боссов. 10 попыток именно с лутом. Это я к чему говорю, то что в данный момент боссов меньше, чем 10, поэтому зафармить всех их вы можете вообще без проблем. И получить с каждого из них лут. Дальше вам надо будет выбирать 10 боссов, из которых вы будете хотеть получить лут. Но на каждого босса нам дополнительно выделяется по 3 попытки, то есть вы можете после этого сходить помочь своим ребятам, чтобы им было не совсем грустно и печально. С боссов мы получаем жетоны, с каждого босса мы получаем 2 жетона. Один жетон мы получаем автоматически себе в сундук, второй жетон уходит на аукцион. В этом плане, если вы, конечно же, донатите, вы можете вот просто либо же во время убийства сразу же в аукционе купить свои вот эти вот замечательные жетоны, либо же после того, как уже убили, они вылетают на гильдейский аукцион вот сюда вот, и вот отсюда вот могут их купить. И если покупают ее у вас, вам даются руны, что немаловажно и что достаточно приятно, потому что руны надо... Руны всегда приятно получить, то есть если у вас есть несколько донатеров, то старайтесь попасть вместе с ними в пати. Это позволит продать вам автоматически ваш жетон за руны, а руны мы уж найдем место, куда положить. А дальше мы просто заходим и можем купить на наши жетоны замечательные вещи, которые сразу же, что немаловажно, будут супер качественные. То есть мы заходим в Store, Guild Store, Raid Dungeon, и вот потратив вот 7 жетонов, мы получаем сразу же сильную заряженную шмоточку желаемого уровня. Поэтому жетончики собирайте, за первое убийство босса дают 2 дополнительных жетона. Это все классно, вот это вот на первый данж, на второй и на третий данж. Сильно вкладывать деньги в жетоны на первом, на 30 уровне я бы не стал, потому что именно на 40-м вот там вот появится задротство, когда мы будем медленно очень продвигаться. 30-го на 40-й мы перепрыгиваем очень быстро, поэтому основной контент появится уже на 40-м уровне. Итак, все замечательно. Мы выбили себе топовый шмот, давайте посмотрим на него, да? То есть шмот мы выбили. Мы что-то собрали его при помощи статов, на которые мы сейчас отдельно посмотрим. Вот, дальше идет комбинация статов, это в принципе все банально. Выбирайте мейн статы для своего персонажа и пытайтесь выбить наиболее качественные. Если не выбивается, то хотя бы заполняйте чем-нибудь поприличнее для апа своего БМа. Но это не значит то, что вы видите, вот у меня здесь совсем все плохо, ХП, но будем считать то, что это у меня типа шапочка на деф. Замечательно. Дальше идут у нас камни. Камни – немаловажная вещь. Вам нужно выбрать 3 камня, которые будут основные для вас. Красный, синий и желтый. Красный чаще всего берется на ваш main stat, то есть, допустим, для меня это интеллект. Желтый берется на выносливость или же на здоровье, оба стата важны. Синие чаще всего берутся на крит. Ну и не забывайте про радужные камни. Радужные камни очень неплохо вас апают, но они достаточно дорогие. От их лучше всего добывать при помощи фиолетовых карт, которые, выполнив за которые, с большой вероятностью вы будете получать синий камень. Но можно покупать также на аукционе за золото. Дальше идут у нас энчанты. Вот это вот достаточно трудная вещь. Пока я очень редко энчанчусь, но, в принципе, за распыл наших вещей мы будем получать вот обычную пыль. Плюс в сундуках периодически можем получать вот эти вот камни, при помощи которых мы можем зачаровывать свое оружие. Оружие, шапки,
все можем зачаровать. При этом зачаровывается именно слот, то есть если вы поменяете вещь на более новую, то энчант все равно останется с вами. Это немаловажная вещь. Дальше недавно нам открылась ранкап, это зачарование нашей пушки отдельной. Здесь мы тратим волшебную санкцию, которую мы получаем при распылении предмета свыше 35 уровня эпического качества. Просто апаем нашу пушку, постепенно повышая ее общие статы, то есть это как бы компенсация за то, что вы распылили вещи дополнительно. Все замечательно. На 40 уровне открывается еще дополнительная прокачка, сейчас я вам покажу. Во время осад мы имеем возможность получить в награде специальные скиллы, которые мы будем именно прокачивать уже на 40 уровне. Как только появится эта функция, я вам обязательно про нее обязательно расскажу, но вот, да. Гильдейские активности, я расскажу вам про это сейчас чуточку попозже. Но вот с них вот мы получаем такие вот навыки, которые потом будем уже активировать непосредственно на 40 уровне. Замечательно. Давайте вернемся еще к гильдии, зачем нам она и что мы можем здесь сделать. Во-первых, это каждодневные гильд-ивенты в 10 часов 40 минут. Этот ивент позволяет нам провести квизы и всякое подобное. Хорошая вещь. Повышает, можно получить дополнительные сундучки с серебром, с золотом, с реагентами. Классно. Туда надо ходить просто масхэвно обязательно. Это качает вашу гильдию, это качает вас. После этого чаще всего в 11 часов происходит какой-то гильд-ивент. Ивенты бывают разные. Все ивенты вы можете увидеть вот именно здесь, в дейли, в викли мероприятиях. Здесь чаще всего бывает либо же атака боссов. В этом случае есть появляются ворд-боссы, которые вы идете убиваете гильдии, и с этих ворд-боссов вы получаете радужные камни и некоторые гильдейские предметы, значки, накидки и другое, то есть те предметы, которые вы можете скрафтить. Само собой, эти предметы попадают на гильдейский аукцион, и выкупить их можно только за, само собой, руны. Поэтому не особо прикольно, но получить дополнительный лут и дополнительный фейм с гильдии – это всегда приятно. Дальше идет осада гильдии – это битвы за территории. Территории позволяют вам получать дополнительный ежедневный приз в зависимости от того, какую локацию вы держите. Поэтому вот мы проиграли битву за центральный город, у нас похватили нашу вторую локацию, теперь мы не можем получать ежедневный сундук. Поэтому будем ждать субботы, точнее вторника, для того, чтобы вернуть свою территорию. Дальше еще в гильдии есть просто защита своей территории, это считается, не помню точно как она называется, но сводится к тому, что вы стоите на своей гильдейской локации и защищаете свою базу от волн монстров. В принципе, достаточно легкий ивент и дает достаточно много всяких плюшек. В принципе, все, что касается вашего непосредственного шмота, мы в данный момент рассказали. Давайте теперь перейдем ко второму моменту, который позволяет нам апаться почти бесконечно. Это наши фамильяры. Да-да-да, наши чертовы фамильяры, в которых можно вкладывать большую кучу денег, и в принципе они будут требовать еще больше. Что вам нужно сделать в первую очередь? Вам нужно выбрать того фамильяра, которого вы хотите получить. В частности, чаще всего легендарные оранжевые фамильяры — это для соло-плея. Они именно сильны для единичной цели. Фиолетовые попроще, выбить их проще и качаются они проще. Но само собой, если у вас есть оранжевый, то вы можете использовать их просто для повышения своей силы, то есть, допустим, здесь. Но активную способность чаще всего мне, по крайней мере, нравится у эпиков. К примеру, давайте пробежимся. Лич считается сейчас в данный момент самым лучшим фамильяром для хилов за счет своей абилки, которая позволяет нам провести дополнительное исцеление цели, по которой мы хилим. Поэтому мне повезло то, что я его выбил, слава богу. В фиолетовых фамильярах есть еще 4 дракона, зеленый, черный, синий и желтый. Эти ребятки дают бафы на всю пати. Знайте об этом, и если у вас есть проблемы с боссом, и у вас есть какие-то ребятки, у которых есть вот эти вот драконы, просто поставьте у разных ребят разных драконов. Пати будет очень рада, получив такие бонусы. Само собой, оранжевые дают просто классные активные способности, но чаще всего они влияют либо же просто на урон, либо же на выживаемость, либо же вообще для PvP. Поэтому тут просто ничего можешь не говорить, просто мы выбиваем этих фамильяров, и качаем их постоянно. Кстати, по поводу прокачки. Смотрите за пробуждением, потому что чем дальше вы прокачиваете своего персонажа, тем дороже оно будет именно стоить в бутылочках. Поэтому постарайтесь его максимально прокачать до того, как вы начнете качать ему силы. Но возникает, конечно же, хороший вопрос. А как достать такое количество фамильяров? Ответ прост.
Во-первых, нам нужны наши любимые ловушки. Ловушки мы получаем отовсюду просто. За карты сокровищ, за рыбалку. Можно даже покупать, но лучше не стоит. Ловушки сейчас в данный момент двух типов, зеленые и фиолетовые. Зеленые чаще всего ловят зеленые яйца, из которых чаще всего выпадают зеленые, в редких случаях фиолетовые. Фиолетовые ловят чаще всего, точнее, они ловят фиолетовые яйца, но из которых, как ни странно, чаще всего выпадают синие и очень редко выпадают фиолетовые. Замечательно. А вот дальше более интересный момент. Это вот эти вот сундучки, которые мы получаем за нашу активность. То есть у нас есть эти шанс получить сундучки на распродажах. Сундучки можно купить за золотые монеты, можно получить за арену, что немаловажно. То есть можно сходить на арену и заработать эти сундучки, и потом их открыть. И само собой, что немаловажно, их можно получить вот здесь вот, порты. Как видите, вот сейчас у меня идет оранжевый квест, за который я со 100% вероятностью, точнее да, с 80% вероятностью, у меня не было одного компаньона, которому с двумя восклицательными пальцами. С 80% вероятности я получу еще дополнительный сундук. Ну, а здесь я получу фиолетовую ловку. Поэтому смотрите за заданиями, рефрешите квесты, если у вас есть билеты на смену. Чаще всего, лучше всего, чтобы у вас были не белые квесты, а как минимум синие или лучше фиолетовые. Ну, это что касается, если вам, конечно же, повезет. Прокачиваем этих ребяток. Ребятки покупаются в магазинах. Это постоянный прирост вам корма, ловок, это все вам будет необходимо. Когда вы собираете 10 этих сундуков, вот только тогда вы должны его открыть. Потому что если вы откроете раньше, у вас не будет дополнительного шанса на дополнительного эпика за 10 сундуков. 10 сундуков гарантированный один эпик. У меня из 10 сундуков упало 2 эпика. Слабо, но все равно приятно хотя бы что-то. Замечательно. Мы уже поняли то, что есть у нас шмот, который нас апает, есть фамильяры, которые апают. А теперь самое главное, это коллектаблс. Что же такое коллектаблс? Я к коллектаблсам отношу это наши скиллы. Само собой, им их надо проапать обязательно, потому что за каждый ап мы будем повышать наши БМ. А вот дальше наши любимые скинджики. Маунты. Чем больше у нас маунтов, тем больше мы получаем бонусов. То есть за каждые 5 маунтов мы получаем 5% к нашему БМу. Грустно, печально, но нам нужно это получать для того, чтобы мы могли прокачиваться дальше. Дальше, ачивки. Ачивки, в принципе, ни на что не влияют, но за счет ачивок можно неплохо так поднять свои денежные проблемы. Тут получается золото. Кстати, не забывайте, то, что ачивки есть в подземельях, поэтому не забывайте про них периодически проходить. Тайлы. Тоже немаловажная вещь, но у нас их пока особо сильно невозможно получить, ну, кроме Chosen One, который дает нам +2/+2. Поэтому посмотрите, если у вас есть возможность взять какой-то вот из этих топовых званий и получить +3%, либо же +5%, то это тоже будет вам дополнительным бонусом. Что еще есть именно, что можно считать бонусами? Это бонусы в шмотках. То есть смотрите, в каждой шмотке, чем больше у нас статов одинакового ранга, тем больше дается статов. Сейчас у меня все 4 фиолетовых стата, +10%. 4 убер фиолетовых, +15%. Понимаете? То есть нам не только надо выбить фиолетовые шмотки с хорошим качеством, нам надо набить хорошие статы, чтобы все они были фиолетовыми, для того, чтобы получить бонус. Это же самое относится и к нашим камням. Потому что чем больше камней хорошего качества мы находим и вставляем в свой шмот, тем больше повышается наше базовое ХП. Ребята, нас все заставляет собирать как можно больше. Но самое главное, не забывайте то, что я вам говорю. Не надо просто так закидывать ненужные статы себе. Это касается камней, особенно камней. Не покупайте лишние камни. Ребят, серебра вечно будет не хватать. Вы всегда будете искать, где бы найти это гребаное серебро. Давайте подведем итоги. Шмот добываем с данжей, добываем с рейд-боссов, добываем с ворд-боссов. Все замечательно. Фамильяры. Пытаемся максимальное количество увеличить общее количество фамильяров, потом лишних фамильяров распыляем, качаем основных 4, надеемся на выпадение легендарок. Все замечательно. Дальше идут камни, коллектаблс. Это все выполняем, повышаем наши общие силы. И при этом вот это вот все, что мы делаем, это у нас без единой затраты каких-то особых финансовых. Как видите, да, я не совсем лакерный
человек, у меня нету какой-то там особо сильных вложений денег, мне не повезло на Uber крафты, у меня сейчас есть только вот покупная пушка, которую мне дали за 75 рублей, и вот одна вот вещь у меня купленная за токены. Как видите, 66 тысяч на 37 уровне, и при этом я закрываю шестого босса при помощи не только себя, конечно же, команды, за счет командирских моих навыков. Но это все вполне возможно. Играть в это возможно. Да, мы не будем топами, но играть достаточно комфортно. Если у вас есть свои предложения по поводу того, как можно поднять свой БМ, не вкладывая рубля, я с удовольствием прочитаю про это в комментариях. Ну, а с вами был Аркадий Talk & Wait. Надеюсь, такой формат вам нравится. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч.